вышел с мокрыми глазами. Слезы пошли, но я как-то так ему... Нет, 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 нельзя, потому что, не дай бог, ком в горле, и петь не сможет. Беда не в тем, что ты меня не любишь, беда, что я тебя не могу разлюбить. Дуже глубокие, классные слова. Василий еще не заплакал. Жизнь, она как зебра, белая полоса или черная полоса. Иногда заносит, а иногда просто выталкивают на черную полосу и говорят, походи здесь. Карабкался как мог, сам. Мне некому было объяснить и показать, что надо делать и как надо делать. Я все делал сам. Наверное, кастинг одесского белая полоса. Как-то так все хорошо. Что? А тот случай, когда человек обрел веру в себя опять. Это действительно новая жизнь началась. Я ему аплодирую. Він молодець, він хоче. Головна риса для учасника конкурсу – треба хотіти. Як і хоче. Потрясающая композиция. Да, лирическая, очень такая нежная. Я очень люблю эту вещь в исполнении Джо Дассена. Оптимистическая атмосфера. Атмосфера надежды. Атмосфера хорошего будущего. И атмосфера другая немножко, чем та, которую видели в твоем исполнении раньше на сцене. Это тоже такая история, где опасно быть другим каждый раз. Это такое очень скользкое поле для эксперимента. Возможно, он нравится таким, какой он есть. И только поэтому. Очень изящная песня. И очень глубокая. Все это в Яше есть. Всегда же интересно открывать новое. Когда, о, вот такого Яшу мы еще не видели. Все было прекрасно. Может, не всегда как хотелось, но это было. Было со мной, было в моей жизни. И если что-то можно начать сначала, почему бы и нет? Яків Головко. Les temps m'apparaissent très longs, l'un de la maison,
devant chez toi. Яків Головко на сцені шоу «Х-фактор». Яшо, ви ж у нас із Ялти? А таке враження, ніби просто із Парижа й до нас. Ви поцілили мені у самісіньке серце, Яшо. Славнозвісний французький шарм, вишуканість, та ще й на додаток до щирої української душі. Про такого чоловіка кожна жінка може хіба що мріяти. Іро, тебе полонив цей елегантний джентльмен. Яша, спасибо вам огромное за то, что вы меня погрузили в вот это французское настроение, поскольку я очень хочу в ближайшие дни отвезти свою мамочку в Париж. Спасибо вам за это настроение. Оно сейчас как раз кстати. Дякую. Сергію, не знаю, чи були ви у Парижі? Ви були у Парижі? Да, конечно, ага, дважды причем. Чудово. Тоді я впевнена, що вам є що згадати. Ой. Чи ви поринули зараз у почуття? Если я буду рассказывать о своих парижских впечатлениях, то это уже слишком много времени. Да. Конечно, Париж – это собор Сакрекер на Монмартре. Там же дом Деліти. Я мала на увазі, чи довелося вам разом з Яшою туди поринути в думках і зануритись? Да, ви знаєте, это очень французская песня, безусловно. Когда пел Яша, конечно, я слышал Джо Дассена, безусловно, это один из моих самых любимых артистов. А Яша спел неплохо. Жаль, что я не понял ни одного слова. Была, Яш, простите меня, как будто вот каша во рту, невнятно. Я не знаю, какой был звук в телевизорах у зрителей, но в зале вот я ничего не мог разобрать. Ну, просто что-то напевал человек, вот напевы такие. Не было дикции никакой, к сожалению. И, знаете, я поймал на какой себя мысли. Был же столик, да, и потом столика не стало на сцене. Как элегантно это сделали ребята из технической группы. Давайте, кстати, друзьям поаплодируем. Те люди, которые выносят вот эти клетки, декорации, они остаются за кадром, но они делают это все так изящно, так быстро, артистично, невероятно. Я зрозуміла, ви просто хочете кави, я вам її організую в перерві. С удовольствием. Дякую, Сергію. Дякую. Дякую. Серега, до твого серця достукався Яша? Да, безусловно, достучался. Ох, да можно много чего сказать по поводу этого выступления, оно удалось. И, конечно, достойны благодарности люди, которые выносят клетки, декорации, но также и другие некоторые, члены жюри, которые выносят на мозг иногда. По поводу выбора песни. По поводу выбора песни, наверное, лучше всего об этом скажет народная мудрость. Высокая эстрада, снизойди на Кондрата, с Кондрата на Якова, с Якова на всякого. Хотя тот факт, что Кондратюк позволил вам Яша свистеть в начале композиции, говорит о том, что он не совсем видит вас в суперфинале. Ну, да бог ему судья. За выступление респект.
Дякую. До речі, я вперше чую, як Яша тихенько сміється поруч зі мною. Ігорю, від мене подяка за незабутню подорож до Парижа теплими спогадами і за цю пісню. Що скажеш, Яші? Я скажу, що Яша все зробив геніально. Ви знаєте, набагато простіше співати високі ноти, протяжні, ніж робити те, що зараз зробив Яків. Хто не вірить, попробуйте подивитись YouTube. Как ты не уверен, оправдывается Кондратюк сегодня? А да, ты не свисти. Да. Сережа. Свистуна я слышу. Яков, все было прекрасно. Единственное, что я понимаю, что трошки напився той, кто на экраны подает видео, потому что с парижского кафе выйти в степ, я такого еще не бачив. Может, соседа съездит в третье и увидит эту историю. А мне понравилось. Да, это зависит, напевно, от того, что было в кав'ярні. Ігор, это фантазии, наши глядачі зрозуміють их. Дякую. Яша. Понад усе, мені хочеться, щоб вже...